Празднование Дня Победы будет только через неделю, но чтобы все было четко и слажено, репетировать начали уже сейчас. Елизавета Халикова узнала у участников, что сложнее, подготовка или сам парад. Начищенная до блеска сапоги, выглаженная форма. Сегодня ОМОНовцы, сотрудники полиции и солдаты в прямом смысле нарядились как на парад. В Кирове это первая репетиция Марша Победы в этом году. Участники уверяют, хорошая подготовка – лучший подарок ветеранам. У нас определенные тренировки определены для этого. Нас все собирают, и мы тренируемся здесь, на площади. Не менее важная задача стоит и перед учениками кадетского корпуса 18-й школы. Они будут дарить ветеранам цветы. Это для меня очень важно, потому что для меня очень дорогие ветераны. К тому же у меня прабабушка была медиком на войне. И для меня это очень важно. Пройтись ровными колоннами участникам парада пришлось несколько раз. Движение лучше отточить заранее. На параде, как на дуэли, шутят участники. Второй попытки не будет. Те, кто будут выстроены в колонну, те 5000 человек, они будут проходить по пропускам. Но, кроме этого, все желающие могут, естественно, видеть парад. Будет прямая трансляция, если вдруг кто-то не сможет попасть на парад. И к шествию, к вечному огню присоединяются также все желающие. Торжественному салюту. Затвор. Плик. Репетировали сегодня и у Парка Победы. 9 мая здесь тоже пройдет празднование. Елизавета Халикова, Алексей Юферев, Бюро новостей Давича.